Рядом с Центром государственных и муниципальных услуг «Мои документы» на улице Школьной в городе Видное идет строительство нового здания. В нем будет размещен Центр управления регионом. Его главная задача – аккумулировать поступающую от жителей муниципалитета информацию и оперативнее решать возникающие проблемы. Центр управления регионом, или сокращенно ЦУР, возводится ускоренными темпами. Подобное учреждение с декабря прошлого года функционирует на территории Московской области. В него стекается вся информация, которую затем руководство муниципалитетов использует для контроля работы различных служб. Это фактически все обращения жителей, которые мы видим. В основном они больше всего касаются, конечно же, системы жилищно-коммунального комплекса. Если в целом брать их по всему, там, и по системе добродела, по системе обращения в управляющую компанию, в ведомство, соответственно, по линии диспетчерских служб, дежурных служб наших. Мы видим всю динамику, ну, которая фактически связана, о чем обращение, чаще всего чего не касается. Ну, вот, к примеру, если нам брать территорию нашего Ленинского округа, мы даже видим не только поселение, где это происходит, а фактически адрес. За 9 месяцев этого года в Центр управления регионом поступило уже более 20 тысяч таких обращений от граждан Ленинского района. И реакцию на каждое из них руководство муниципалитета может контролировать лично. Здесь у меня даже есть система, соответственно, которая мне абсолютно показывает всю ситуацию, все, что связано. Да, там вот, даже есть сейчас информация, мы вот на 23-м месте, если можно говорить, на сегодняшний день, это хороший показатель, там желтая зона, по уровню информированности населения в области СМИ. Даже такой есть показатель. Система также позволяет анализировать и выявлять слабые места в работе служб муниципалитета. После введения в строй нового центра управления регионом реакция на проблемы жителей станет еще быстрее. В данном блоке, в данном, соответственно, здании будут находиться абсолютно все службы, которые в основном связаны. О чем я сказал? Это службы ЖКХ, это, конечно же, службы дорог, это службы и в том числе отраслевые мы рассматриваем на перспективу ведомства, может быть, и Госсанитехнадзор. Это службы и те, которые у нас связаны, и образование, и социальные направленности. То есть абсолютно весь спектр направлений деятельности, которые сегодня происходят у нас на территории. Планируется, что в Ленинском центре управления регионом будут работать около 40 специалистов. Ввод в строй здания планируется в декабре 2019 года.